Так, 7 ноября 2000... Опа, пошел Starlink у нас. 7 ноября 2023 год. Ну не может же быть, чтобы это был один Starlink, правда? Ага, вот еще. Вот это я понимаю. Да, ну такие себе жиденькие, но зато резвенькие. Все как жизнь. Когда жидко, тогда и резво. Так, смещаются. Ну давайте, может, сейчас попробуем на Мицар навестись. Чтобы у нас хороший был ориентир. О! Вон он наш пошел. Старлинчик. Ну, по идее, они сейчас должны все ближе и ближе к Мицару приближаться. Мицара, вторая звезда, забыл. Альтар, по-моему, называется. Так, он один подходит, интересно, он в кадр попадет или я слишком сильно взял вверх. А, вот он. Да, ну на небе их практически не видно, там звездная величина. Еле-еле душа в теле, вон он пошел, лепотунчик. Starlink. Ну ничего, потренируемся вот так на... Они очень далеко от меня. Я в Запорожской области сейчас нахожусь, в Украине. То есть а это где-то там аж над Россией сейчас это все пролетает. То есть это очень приличное от меня расстояние. Поэтому они, конечно, такие довольно блекленькие. Take it to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. Так, Луны у нас нет, зато у нас есть Юпитер. Сейчас отдельным дублем буду снимать Юпитер. And the tears I cry. И может Сатурн сниму. Так, ну вот уже совсем близко к... Давай сейчас. Очень эффектно оно проносится на больших скоростях, когда идет. Где-то. На не будет. Да, наверное, все уже. Пролетел наш паровоз. Ну, ладушки. Хорошо, давайте я вам добавлю Юпитера. Ой-ой-ой.
с Галилеевыми спутничками. Так, 595 миллионов километров до нашего красавца Юпитера. Первое, так, у нас идет Ио, спутник так называется, а не исполняющая обязанность. Потом идет Европа, но она сейчас спряталась за Юпитером. Хочется сказать, Европа спряталась за Украиной. Это будет хорошее описание нынешней ситуации на фронте. Да. Но нет. А потом идет Ганимед и Каллиста. Сейчас я уменьшу. Куда ты ушел? Уменьшу светосилу, выдержку. И даже видно полосы экваториальные. Но очень мыльно из-за того, что я спутники снимал 6400. Сейчас сниму отдельным дублем. В хорошем качестве.